Не знаю, что за ивент такой. О нем ничего не сказано на сайте, ну как всегда. Им главное паки добавить новые там, чтобы это все было хорошо, вкусненько, чтобы люди радовались и душу грело всем. А тут какой-то ивент непонятный, откуда он взялся. Я вроде бы просмотрел сайт, но, к сожалению, ничего такого. Блин, это что, еще тот ивент, который был, вот когда он был? Он до сих пор продолжается, что ли? Очень интересно, конечно, очень. Круто. Этот ивент должен был закончиться 26 октября, но он продолжается. Это очень интересно. Ну да. Прикольно, слушайте. Это тренировочный лагерь башни дерзости. С 12 октября по 26 октября. 12:30 и 20:30 проходит ивент. Очень интересно.